Сейчас не ок. Тебе слово, Дим. Да я хотел тоже, наверное, сказать спасибо родителям. Гриш Ургант, то, что меня, в принципе, отдали в 29. И, собственно, они постоянно следят за всем, что происходит на этот счет. Но здесь только им благодарен на этот счет. Ну и в современном составе мира я бы тоже сходил на ее концерт. Тебе жалко, что Майка не Россия все-таки. Да. Эту машину рока не остановить. Это единственный хлопок, который вы сегодня услышите. А кто здесь просто залетный? Поднимите руки. Да. Вас слишком Полин, много. Возьми, пожалуйста, послушай его там в наушниках. Там что-нибудь слышно? По-моему, ничего не слышно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Извините. Раз, два, три, четыре. Нет, там что-нибудь слышно. Так, значит, объясняю правила. В нашей группе 40 человек. Поэтому все мы сразу выйти не можем. У нас будут... Что у нас будет? У нас будут эти... Как их? Костя, да, будет. Костя будет. Первая песня называется... Инструментал. Первая песня называется Instrumental All Miami. И начинает ее басист. Начинает басист. Это не инструментал, мы вас наебали. Готовьтесь. Вас также наебал еще один президент Аксакал. Ленин был клевый чувак, зря его убили. Talking about $32 million, which we are talking about, which you can take to me and another, and although we can talk to another. So if you want to get $32 million, so what do you think to do? Доктор Редис. А спонсорами нашего мероприятия является Гель Найс. Гель Найс. Наслаждение такое же, как наше пение, такое же, как наш пенис, такое же, как доктор Редис. Эту песню Compliance не допустит, поэтому, к сожалению, придется прекратить трансляцию. А теперь специалист по Data Science, который сидит в зале, прочитает вам лекцию о том, как правильно ласкать своего бетона! Нам очень важно понять, как структура бетона, да? Сюда, пожалуйста! Нет. Так, тихо, сейчас фоновый трек, фоновый фанк. Фанк.
Что говорить, когда нечего сказать? Что говорить? Расскажите, пожалуйста, сказать? Каким образом начать вкатиться вообще в питон программирования? Не надо этого делать, не надо Почему? Этого делать. Почему? Потому что не надо. Почему? Не надо, почему? Не надо, почему? Не почему? Надо, не надо. А не мне надо. Не важно, почему? Хуйня какая-то, мы сюда за знаниями потому пришли. Что не надо. Мы заплатили деньги, между прочим, за эту лекцию, курс лекций. На. На самом деле программирование Python похоже вот на жонглирование. Лучше, вот смотрите, на как что это делается. Способен. Аплодисменты. Оценили, да, силу монтажа? Вы сможете так же легко вкатиться в питон программирования, как летали эти мячики. То есть никак. Уебывайтесь программирование, IT — говно. Будущее за искусством. Не, рок — говно, кстати, кто не знает, да? У нас песня про это есть. Если вы до этого видели концерты на DVD, то вы могли оценить силу монтажа, что на видео все гораздо лучше, чем вживую. Подпевайте, подпевайте! В этой песне нету слов, зато она не про зло. Я лучше спою про осла, чем петь про ебать. Плавно. Так, у нас всего 3 часа на концерт, нам невыгодно петь длинные песни. Поэтому сейчас мы прекращаем эту песню в пользу нашей первой кавер. Лирической песни, которую поет крокодил. Как всегда. Да. Она называется «Удав». Вообще, тематика встречи, да? А, да, я вспомнил, тематика встречи. City Project Red, пидорасы, опять подвинули выход киберпанка. Публика пиздец с нами, вообще, да, хорошо. Да, охуели совсем. И следующая песня как раз об этом, ее споет Илья. Не-не-не, лирическая. Давай сейчас вступает. На гитаре, вы что не знаете, как лирическая песня работает? Он на гитаре вступает. Что, забыли, что ли? Значит, аккорд Феликс. Это не Феликс, это аккорд Ершов. Red сделал съебанный проект. Он пообещал нам сделать охуенную игру. Обещал. Мы этот сраный City Project Red, распроклятый говноед, наебал опять фанатов по всему миру. Я вертел вас нахеру!
Switch обязательно. Не забудьте про Nintendo Switch. Мы тоже есть, мы существуем. Выпускайте на Switch свою хуйню. Два соло одновременно. Где вы такое видели вообще? Никогда не выйдет PlayStation 5, и никогда не выйдет Xbox S, и останется только ПК. Я люблю ПК. Я люблю ПК. Я люблю ПК. Project Red посвящается вам. По-моему, ты очень громко хуячишь. Давайте спросим мнение звука режиссера, как мы звучим, хорошо? Саундчек прошли? Нормально все? Равных нет нам. Окей, смотрите. На самом деле, не покупайте продукции компании CD Projekt Red, покупайте продукцию компании CD Projekt Redis. Да. А это Nice Gale, интеграция бесплатная прямо сейчас. И только для вас. Nice Gale, кстати, запрещен во всем мире, кроме России, поэтому да, спешите. Поэтому мажьтесь им и рожайте однополых, не знаю, гермафродитов. Да, теперь у нас еще одна тема связана со здоровьем. Песня посвящается... Я, кстати, башкой ёбнулся очень сильно. Вот, да, Димка ёбнулся, прямо... и как бы все за себя не отвечает. Имелось в виду в детстве, поэтому все нормально. Да, и сейчас по этому поводу мы сыграем песню «Блюз». «Блюз» — это значит очень грустная, тягучая такая... Да, COVID-19. Да, масочный блюз. Там ми. А Юре похуй, там ми. Барабанщик играет не в ми, вот лошара. Я хотел закурить сигарету, oh yeah. Но заметил, что отверстия для нее у меня нету. Я надел маску. Я трахнул Олега. Я видел. Трепаску. Как я тебя понимаю? Феликс к нам пришел, Феликс секси-бой. Не пали контору. Феликс, я хочу поспать этой ночью с тобой. Я хочу с тобой сосать.
ножки. Я хочу совать свой член без опаски. Вы можете слышать какое-то говно. На самом деле просто у нас ничего не настроено. Никто не ожидал появления Феликса, кроме всех. Потерпите, наверное, что-то будет звучать не очень приятно. Я там ударился головой, аккуратно. В отличие от прошлого нашего исполнения, которое было очень, очень приятно. Дайте шуму, ну, давайте, а! Так, ребята, перестраивайте в другую тональность. Феликсу некомфортно играть в ми. Феликс, какую тональность строит? Играй. С чего ты взял? Все нормально. Это, по-моему, ре бемоль мижор. Ладно, достаточно этой песни. Идем так, к другой. Плюс оказался не плюс, а минус. Ребят, извините. Так, следующая песня — караоке. Руки Феликс, в блоке. Маску возьми. Так. Итак, мальчики есть в зале. Мальчики уехали, мужчины остались. В ней удобнее играть. Так, мальчики, сейчас посмотрите, с вами наверняка сидит очаровательная девушка. Или... Обнимите ее покрепче, потому что сейчас романтическая песня. Эту песню исполнит Юрий Сосури. Я, ты помнишь, да, нашу тему? Давай, всего сейчас. Очень жарко. Это романтическая песня. Она... Нет таких больше. Я ее спел для Анфисы. Она Аркадий. Очень протесты в Беларуси! Очень это в нашем вкусе! Живи, Беларусь! За Русь убьюсь! Не, следующий аккорд Сусь! Продолжай, Юр, тихо-тихо-тихо-тихо! Ну, блин, лирика же, лирика, романтика. Какая лирика? Это мощная песня. Продолжай, Юр. Я не могу. Ну, блядь, ну и дайте романтику. Все мои мысли ушли, и теперь я думаю только о протестах в Беларуси. Юра подвис. Минута молчания за тех, кто пострадал. За тех, кто в офисах Навальный Лайф Беларусь страдал от этих разных ОМОНовцев. А, они... следующая песня про Навального. Кода. Так, Юр, давай меняться, что-то. Надо раздеться. Поблагодарим нашего приглашенного форс-мажора. Вы знаете, что жарко? Вы знаете, что нам жарко? Надеемся, вам тоже так жарко, как и нам. Вы могли так, подумать, мы что обращаемся произошло. К тем, кто смотрит эту трансляцию. Ребята, напишите в чат. Вам круто? Вам слышно хоть что-нибудь? Мы тут не зря стараемся. Не, вы не трансляция, вы молчите вообще. Уважаемые трансляции, вам норм или не очень? Сейчас вас не слышно, ребят. Ну ладно. В общем, следующая песня посвящается
одному музыканту, который покинул эту бренную землю. И эта песня называется «Бинтик». И она посвящается известному музыканту Газнвагену, который умер как раз на днях. У него была группа Газнваген. Газманову? А? Газманову? Нет, нет, он еще жив. Он пока жив, но, знаете, корона и до него доберется. Так вот, это... Родиона. Ту-ду-ду-ду-дум. Том-ту-тум-тум-тум. Ту-ду-ду-ду-дум. Вот, и вот эта вот песня. Да. Ну, Юр, что-нибудь дашь? Что? Блюз какой-нибудь дашь? Так, я... Подождите. Короче, задумка сорвалась очень раз. Я в недопонимании некоторым. Чем мы играем? Блять, битэт, блять! Битэт! А, Битлз, я понял. Даже мне сейчас тяжело, ребята. Ты вышел сюда послушать музло, а слышишь, каких-то козлов. Это песня пародия на Майкла Джексона. Но лучше бы это был триллер про Джексона. Он бы ходил с ножом, рубил нас, убивал к хуям. А мы бы только визжали, жалко так, пищали, истекали бы кровью. Извините. Beat it! No one wants to be defeated. It doesn't matter who's wrong or who's right. It doesn't matter if you will not fight. Beat it. Just beat it. Beatles. Just beat it. Beatles, beat it, beat it. Смотрите, это лунная походка в бахилах. Как сложно! Короче, давайте, да. I'm gonna raise it to the ground. Nobody gonna grab my car. I'm gonna feel the last of sound. Ooh, it's a killing machine. She's got everything. Oh, like a driving power, big fat tires and everything. I love it. I need it. I bleed it. Ooh, it's a killing machine. Alright, hold tight. Тут заметили, что публика пиздец заскучала вот в этот момент. Они не понимают просто узбекский, им нужен русский. Ну, это понятно, ну, как бы, мы же все-таки развлекательная группа, да, поэтому... Да, мы в основном для вашего удовольствия здесь, а не для записи DVD. Поэтому я попрошу барабанщика сейчас... Самая наглая ложь вообще, которую вы когда-либо слышали. Очень танцевальная, максимально цпум-цпам-цпум. Кстати, вот а у нас да. Розыгрыш. Мы не придумали условия, но разыгрывается, внимание. В прошлый раз выиграла Саша почти все. Смотрите, вот это кашемировые шарфы, привезенные мной лично из Китая в 2000 каком-то ебаном году. Они могут стать вашими, это ручная работа. Для этого вам достаточно всего лишь... Выебать и решить загадку Жака Фриско. На это дается 30 секунд. Итак, не лает, не кусает. Хуйцы сосает. Но не 30 секунд. Время пошло, а мы пока сыграем песню. А чё 30 секунд играем? Thank you.
время вышло. Стоп, время вышло. Стоп, стоп. Итак, правильный Макс, ответ. Нет, стоп, Макс, есть у нас правильные ответы в трансляции? Кто? Путин. Путин, правильный ответ, это Путин. Феликс, иди и за призом. И вы получаете вот этот вот... Говно это. Эй, это у нас шар. Еще есть, и оно разыграется через полчаса, через 40, через час еще, короче. Через полчаса. И мы здесь вот, с вами... еще более стильный цвет. Это прямиком из Ламоды заказ, смотрите. Там такого больше нет, это был последний. Так, дальше мы продолжаем нашу кавер-программу. Вот часы сели, кстати. Кавер-программа наша! Следующая песня называется «Back в СССР». «In Black». Ёбаный совок, продержаться двух дней не смог. Нет продуктов, нет колбасы, только в глаза носы. Иду в райком, а там меня посылают к чертям. Я хотел порадоваться, но выпил с горя 100 грамм. Назад совок! Назад совок! Назад совок! Вместо масла маргарин. Назад совок. Хуйня. Вместо захвата февраля. Год настал. Расстреляли всех на повал. Трупы стоят у стенок. Содрогание у коленок. Это скоро будет и в России. Это будет скоро, очень сильно. Все будут страдать, умирать, умирать, умирать. Королевская рать. Назад совок. Назад совок. Назад совок, я не чувствую ног. Назад совок, назад совок. Это наш протестный рок. Это наш протестный рок. Назад совок. Соляга. I've been too long, I'm glad to be back. Cause I'm getting loose from the news that's kept me hanging about. I was looking at the sky cause I'm getting me high. Forget the hurts cause I never die. Cause I've got sidelines, get eyes. I'm using everyone and running wild. Назад совок. Назад совок. Назад совок. Почувствуй мой кок. Назад совок. Назад совок. Назад совок! Оу, оу, оу! Вот этот кавер, конечно, был сейчас. Но эту песню, конечно, мы исполняем только по большим праздникам. Например... Ой, джаз пошел, ребят, фу! Ну вы не осуждайте нас, музыканты, тоже иногда надо отдохнуть. Тимур, не уходи, ты камеру закрываешь своей спиной, пидор. Бля! Я пошел. Черванем. Так, а сейчас будет песня под названием «Рычаги». Мы ее не исполняли же очень давно. Я всегда, в принципе, мечтал умереть именно так. Спасибо, да, представляете, братан. Если эта хуйня взорвется. Ну, она взорвется. Она уже взорвалась. И этот взрыв называется концерт группы «Нирвана». Хотите еще? Нет! Хотите еще? Нет, а чего еще? А я не их спрашиваю, я вас спрашиваю. Ребята, хотите еще? У нас еще 3 часа впереди, так что... Меньше. 3,5 часа. А есть бухло у кого-нибудь? Я не знаю, пивас там, еще что-нибудь. Он, есть бухло? Ты можешь к бару отойти, в принципе, у тебя занятость не такая, чтобы прям очень занят. Он дурачок. Так, смотрите, а сейчас мы исполним нашу следующую песню. Дайте поиграть на басу, ты, ёб твою мать. Да. Эта песня будет начинаться с вкрадчивых гитарных переливов, которые исполнит наш технический директор Горсин.
Incorporated, ИП. Слушайте. Ебать, это. Ебать, вот это, сука, зарядил-то, а? Ага. В провинциальном городке был праздник, музыка звучала, но в увлекующей толпе возник зловещий лик бродяги. Он шел, как будто бы один, толпа его не замечала, и как-то странно на него смотрели местные собаки. Стой, 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 стой. Это ска, ска, знаешь? Ребят, ска, 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 поручик, 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 блядь, поручик, ска, играй. Так, поручик, просим играть ска. Бля, ска. Позвоните Христофору, он опаздывает уже на 4 часа. Нахуй. Ну, это понятно, но... Итак, играем ска, в стиле одной ска, известной ска, группы. Ска. ЦСКА. Я родился под забором, мама окрестила вором, разбивали песни хором и исследовали Дорой The Explorer. Помоги даже путешественнице найти ее маму, пусть она ей объяснит, как упорывать меньше одного грамма, грамма, тетраграмматон, тетраграмматон. Мы смонтируем так, что вообще конфетка будет. Твою мать, чуть не сдох, вторая доля ебучая. Наша самая сильная часть — это постпродакшн. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5! Жизни. Я не знаю, как. Все, что-то подзаебало. Хватит, хватит, хватит. Блять, ребят, у нас барабанная секция просто хуярит, как черти. Да. Остановите их кто-нибудь. Ну, так, просим весело. Девушку-барабанщика позвать его, чтобы он отдохнул 5 минут. Я думаю, надо позвать... А, у него нет девушки, он же гей. А, извините, да. Мы забыли. О, ква-ква-ква-ква. Так, а вообще, короче, у нас... Еще много времени. Вообще, у нас есть саксофонист. Я думаю, надо сейчас лаунж сделать. Погодите. У нас, короче, концерт... Тити, покажите. Если вы хотите, чтобы мы прекратили, вам нужно нам давать деньги. Мы впустили вас сюда бесплатно. А вот бесплатно. Выход будет платно. Так что скидывайте в шляпу деньги, у кого сколько есть, и мы прекратим вот практически сразу. А пока денег нет, извините, мы будем играть. Так, значит, послушайте, погоди. Ёб твою мать. Короче, у нас... О, ёб твою мать. Блядь, конферанс. О, ёб твою мать. Значит, у нас в декабре всегда концерт завершающий есть, когда мы, типа, собираемся, даем концерт. И с мужиками идем в баню. Да, и мы, значит, подводим итоги года всегда. И сдается мне, что вот этот концерт, он завершающий в этом году. Он как бы первый в этом году лежит, и, скорее всего, последний. Поэтому нам нужно... Поэтому нам нужно подвести итоги года. Свою гитару сломаешь. О, голубая вода! Пожалуйста, голубая, снимите голубую вода. Воду. Выпьем за любовь. Новичок. Короче. Это последний концерт. Но он не надо.
все заразятся короной точно. Точно. Больше вы не услышите звуков сладких. Сладких. Мы уже никогда не сыграем. Последняя песня. Группы не надо. Группы не надо. В ваших глазах сквозит уже радость. Но мы вас, конечно, конечно, не бросим. Не бросим. Мы вечно будем вас хуесосить. Последняя песня. Группы не надо. Группы не надо. Посвящаем их каждому гаду. Каждому рядом. Эта песня трогает тысячи сердец. Это значит, что путь никогда не будет конец. Последняя песня. Группы не надо. Окажемся рядом. Близко от ада. Ладно, ты вообще прервал меня не очень хорошо. Суть в том, что мы, короче, должны подвести итоги года. Год был, так скажем, классным, да? Всем похлопайте, кому понравился этот год. Да. Значит, кто лишился работы в этом году? Поднимите руки. Покричите! Пока Сеня один. У кого была работа? О. Хорошо, у кого с близкими? Ну, кто болел короной или у кого близкие болели короной? Стреляй! Да, хули вы сюда приебались-то, пидорасы? Заражать нас, что ли? Вот, хорошо, ну и самое пиздишь? Плохое. Кто в этом году слушал хотя бы раз песню «Не надо», хоть одно? Паровоз, наверное? Паровоз, да. Да? Паровоз, ребят? Нет, будет. Паровоз, да, ребят? Но если кто-то еще не слышит... Тебе надо будет бас. Я не могу бас найти. Можно тишины? Тишину, пожалуйста, 3 секунды, блядь. Тишину. Подбор сэмпла идет. Саунд-продюсирование. А, меня же просто загасил этот наш звукорежиссер. Многоуважаемый звукорежиссер. Вот как правильно говорить. Так, извините, поиски затянулись. Да кому какое нахуй дело, блядь? Давай играть. О, есть, о, басина. Давайте другую песню. Вот, все, отлично. И, да? Секция вступает! Вау! 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 Едет! Едет! Ёбаный паровоз! Машинист! До работы не дорос!
Ребята намека не понимают, что пора заканчивать. Смотрите, Сева им объясняет, жестикулирует. Типа, сейчас заканчиваем. Закончили, как всегда, так, не надо. Срочно, срочно нужен гитарный техник. У меня струна порвалась. Гитарный техник где? А срочно кусачки надо все остальные порвать, чтобы тоже было нормально. Где гитарный техник? Я не Только понял. Только жаль, что струна порвалась. Может, в следующий раз. Спасибо. А сейчас... Так, теперь новый квиз. Нет, серьезно, а если официанты здесь, можно мне пиво принести, блядь? Я серьезно, я денег дам. Не официант, ребят, ты вообще куда думаешь попал? Это не песня, если что, это не текст песни, это реально нужно. Не, он реально с ума съехал. Да, и это тоже посттекст, и это тоже текст песни. Инсепшн, ебать. Вообще, знаете что, следующая песня, следующая, заткнитесь нахуй, заткнитесь. Дело в том, что нам нужно посвятить песню организаторам этого вечеринки. Да. Команда, которая регулярно помогает нам в... проебывать дохуя рублей. Мы только за один вечер проебали 7 тысяч рублей минимум на этот концерт. Еще 6 тысяч на вот костюмы, эту вот хуйню. Костюмы. 6250 рублей. И еще 1000, это мультитрек. Да, похлопаем звукорежиссера. Тысяча на рекламу ВКонтакте, которую не от модерации отклонила. Итак, похлопайте звукорежиссера, который взял всего 1000 рублей за мультитрек. Обычно за это берут нихуя. Нет, эта услуга обычно стоит гораздо дороже. А сейчас песня бухгалтерская. Видимо, она будет оказана некачественно. Да, внимание, а теперь песня. Вопрос, в зале есть бизнесмены? Поднимите руки, кто бизнесмен. Вы только что слышали краткий курс по подсчету расходов. Сейчас мы споем песню для бизнесмена, бухгалтерскую. Называется «Рублики-рублики». Не замечаете, что все песни одинаковые, нахуй? Это такая песня уже была. А вы меня наебали? Эта песня только что была. Вы пытаетесь уже меня наебать, да? Эта песня уже была. Она... Они можете что-нибудь еще играть, кроме этого? Вот, вот так умеете? Это рублики утекают прямо из наших карманов. Это рублики! Не хватает всяких ебланов. Мы потратили деньги. Мы потратили дохуя. Мы потратили деньги. Мы потратили 3 рубля. Есть в зале спортивные фанаты? Ну там типа регби или настольный теннис. Мы ждем донатов. Донатов от вас! Донатов от вас! Это не шутка! Нам нужны деньги! Музыканты есть не могут, денег нет! Так, нам нужна смета. Я так понимаю, что вам всем очень нравится, как мы исполняем, потому что еще никто денег, блядь, в шляпу не положил. Ни одна паршивая душонка. Кстати, а где шляпа? Итак, внимание, следующий розыгрыш. Ой, с Пельшем. Мы... Ильяс, вот разыгрывает эту хуйня. Не-не-не, давай мы просто посвятим песню. Песню посвятим. Ладно, потом. Дай четвертую струну. Четвертую? О, отлично, настроена гитара. 4, вот это или вот это? О, доставка пива. Яндекс еда, Яндекс лавка, интеграция. А говорили, что они все таджики. Ну такие сексуальные таджики. Я с таким таджиком поехал в Таджикистан. Итак. Так, а сейчас песня. Розыгрыш, у нас розыгрыш был, блядь. Розыгрыш, разыграл, да, розыгрыш. Итак, тот, кто сейчас победит, тому человеку. У того будет спид. Да. Мы тому подарим ВИЧ, наш дорогой Максим Прусакович. Кстати, Макс, где ты живешь? Сука, ведь не сказал адрес. Рядом тут, да? Пиздишь. Короче, розыгрыш не состоялся, а сейчас у нас песня. Подожди, он готовит розыгрыш. А,
Ладно, пока готовится розыгрыш, мы исполним еще одну песню, да, которая посвящается отбытию одного профессионального специалиста и члена нашей группы. Сейчас, подожди, в места не столь отдаленные. Он недавно за изнасилование, в общем, суд был, его, ему присудили высылку из страны. Говори. Тихо! Давай, говори что-нибудь, педрил. У нас розыгрыш. Ты участвуешь в розыгрыше? Вы позвонили в студию, и вы побеждаете! Вы счастливчик! А вон он. Ребят, вот победитель нашего концерта. А вот и победитель, и мы посвящаем иди сюда, ему следующую иди сюда, песню. Иди сюда, иди сюда. Христофор, представим его. Один из самых худших диджеев и дизайнеров Москвы. Так, пожалуйста, снимите крупным планом эту бездарность. Вы такого человека больше нигде не увидите. Он боится показываться на публике, но сегодня специально для вас явился. Eye of a Tiger, да? Четко. Давай еще разок. Еще раз, нихуя не получил. Еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Еще раз, последний. Последний раз. Проебываете, мудаки! Толпоеба. Ладно, похуй, погнали! Погнали, погнали! Riding up back on the street with that your only hunger. Don't cut away if you can beat this seat. You wanna be the time of your life. It's the tiger is a free love fight. It's a time when you think in a horizon. It's a life of a tiger is the feel of the sight. If you know where Christ you're the going, in the words of the tiger. Bop, 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 another one bites the dust. Bum, 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 another one bites the dust. Da-da-dum. Там, там. И еще надо... один кусает пыль. Face to face, that bad would I die. А я про я Христофор, хуёвый дизайнер. Я даже не знаю, что он делает хуже. Рисует или играет эту песню. Эту песню ни разу не играли еще. Эта песня такая вот параша. Эксклюзив. Мы хотели хорошее послушать говно, но мы вам предлагаем себя, пидорасы. Вот и все. А сейчас песня, ребят, сейчас на самом деле очень у меня продуман этот момент. Кстати, где Женек? Тишину, пожалуйста. Во-первых, мы ждем погибшего на Донбассе музыканта. И от коронавируса тоже он погиб. Его зовут Евгений Владыкин. Если его увидите, если вы увидите где-нибудь, пожалуйста, напишите в редакцию. А я, улица Академика Королева, передача «Что, где, когда». О, это адрес Макса.
Да. Дрис-макса. Так вот, а теперь очень грустная тема. 2020 год унес жизни многих великих людей. На самом деле, кто погиб? Я. Вот. Я. Да у меня даже пальцев не хватит на руках, чтобы пересчитать, сколько людей ушло от нас. Но прежде всего... Да, Ричард Гир. Да. Еще кто? Дать кто больше? Это розыгрыш. Принц умер раньше, извини. Извини, ты... Гринч. Кринж умер, ребят. Кринж умер в 2020 году. Так что впереди у нас только светлое будущее. Но самое главное, что умер, внимание, Флориан Шнайдер. Тесак умер. Тесак. Нет, тесака не убивали, это мы все знаем. Давайте про эту песню вспомним, что тесака не убивали, чтобы люди узнали вообще правду. Но духовая наконец. Секция, блядь, выйдет нахуй когда-нибудь или где духовая секция? Следующая песня называется «Тесака не убивали». Он прожил 73 года. Да, «Тесака не убивали». Обязательно нужно присутствие духовой секции. Да, и эту песню исполнит, собственно, тесак. Мы его ждем, он запаздывает тоже. Тесака не убивали. Тесака не убивали. Тесака не убивали. Тесака не убивали. Ему было 73 года. Он уехал просто в Сибирь, чтоб его не нашли. Он уехал просто в Сибирь, чтобы зэки не отъебли. Он уехал на другой конец планеты. Очень жаль, что тесака с нами нету. Он был другом детей, он любил голубей. Лысый был не от того, что он нацист. Он любил голубей, он жрал голубей, потому что денег нет, не жут. На половине доли. Вот так. Так, а сейчас на самом деле я бы хотел сказать, что умер на самом деле важный человек, а не какие-то там пидорасы или дебилы. А умер Флориан Шнайдер. Это основатель группы, один из основателей группы Kraftwerk. И в честь этого мы сейчас исполним песню под названием «Мы роботы». И по совместительству генеральный директор Apple. Да, он умер... Вчера, на самом деле. Вот, и эта песня называется «Мы роботы». И песня очень-очень специфическая. Вам может не понравиться. Уёбки, кривые, долбоёб. Я про ритм секции. Я твой слуга, я твой работник. Я твой слуга, я твой работник. We are the robots. We are the robots. We are the robots. We are the robots. Блять, вот у нас... We are the robots! Wow, 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 wow! We are the robots! 1-0-1, пацаны! We are the robots! 1-0-1-1-1-1-1! Я твой слуга! Я твой работник!
Почему так в России березы шумят? Почему белоствольные все понимают? Поднимись и встань, Россия с колен! И вставай, Россия! Навеки! На член! Так, есть в зале патриоты? Есть у нас в зале патриоты? Русские люди, покажитесь! Да, ну хоть кто-нибудь! Кто-нибудь! Секундочку, а вот объясни мне, почему нас Сеня нихуя не снимает? Сень, тебе же руки отсохли. Что вообще происходит? Сень, ты что, не работаешь? А, сейчас же Сень на песню, Сень, выходи. Сень на песню. Я Россия! Россия! Сень, иди сюда, Сень, иди. Россия! А вот и новая песня. Россия! 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 Раз, два, три, сия! Извините, мы не вспомнили песню, не получили. Дим, жена говорит мужу! А сейчас стендап от Дмитрия Горсина. Значит так. Короче. Да. Так, ты кем работаешь? Вот, подожди. Ты кем работаешь? Никем. Вот ты и ничтожество. Вот ателье заходит 7 качков. Ой, качков. Боксеров. Боксеров. Вот ателье заходит 7 боксеров. И подходит старший к этому... фотографу. Фотофотографу и говорит. Слушай, короче, тут такая тема. Сейчас вот мы четверо, и они трое, будем пиздиться. Можешь сфоткать? И он такой, ну, за ваши деньги, конечно, все что угодно, но зачем вам? А старший боксер такой, да нам тренер сказал фотки 3 на 4 сделать. Айфоны все видели, презентация просто атас. Сентенция просто вы охуели. В общем, просто класс. Но я не пойду покупать 12-й айфон, потому что у меня есть микрофон. Микрофон! А еще на презентации была умная колонка. Я хотел бы пошутить, но не выходит тонко. Зато я пошел бы и купил колонку от Сбербанка. Несмотря на то, что Греф пидор. Именно потому, что Греф пидор. Есть кто-нибудь, кто пользуется услугами Сбербанка в зале? Да. У кого карта? А я клиент Сбербанка!
Я думал, это Христофор уже подключился. Так, давайте серьезно. Кто пользуется Сбербанком? Поднимите руки. Так, суки, чё вы не скидываете донаты-то нам? Мы сидим, ждем. У вас все инструменты есть. iPhone! Скидывайте деньги! Мы играем не просто так. Мы встанем на коленки, если ты не заплатишь, Макс мудак. Вот ты чего, вот ты чего, страну довели, а? До коленях. Так. Ну, просто все одновременно поняли, что пора заканчивать эту хуйню. Вот, а теперь очень важная тема. На самом деле, она по всему миру сейчас продвигается. Она связана с тем, что черных людей вообще очень мало на планете осталось. Их надо беречь. Миллиардов 500. 3 из 7. Вот. И если мы сейчас не исполним песню, их останется еще меньше. И не потрахаемся с неграми. Вы только подумайте, Мартин Лютер Кинг, Биби Кинг, Стивен Сигал, Марти Макфлай. Вот скажите, каких черных вообще музыкантов вы знаете? О, Кинг Кримсон, точно, давай. Подожди, Джордж Флойд. Джордж Флойд. First Century, Schizoid Man, давайте быстро, блядь. Давайте начнем с сексуальных. Джордж Флойд. Начнем с сексуальных? Джордж Мартин, следующий. Эта песня уже началась. А, извините. Century schizoid man. Я домою, блять. Опять играют какую-то хуйню. Bold wire, barbed wire, politician funeral pyre, pressure rape with never fire. 21st century schizoid man. Группы «Не надо» известны пока что немногим. Но это очевидно только пока. С каждым месяцем. Каждый месяц молодая команда все громче заявляет о себе. С 1555 года, когда состоялся первый концерт коллектива, доля друзей и музыкантов среди общего числа зрителей, приходящих «Не надо», стремительно уменьшается. А те, кто разбирается в музыке, И умеет смотреть в перспективу, пророчат группе большое будущее. Но, увы, не судьба. Из 19 песен до нас дошла только одна. Быть или не быть, написанная мелодию песни группы «Наганда». Тем не менее, при взгляде на записи группы не остается сомнений в том, что она является музыкальной ставкой русского духа. Русский дух, еврейский порох, украинское сало, немецкая закваска, английская усмешка. Вот три наших великих корневых ингредиента, позволяющих без труда удерживать власть над миром музыки. А может быть и над всей вселенной. Но это только на первый взгляд. Мы новое поколение, которое отвергает паровые котлы и шестеренчатые куклы. Если куклы, так из опилок. Если котлы, так из гремящей смеси атомного адреналина. Музыка — это наше оружие. Оружие, которое не разбивается, а набирает силу. Сила в правде, правда в яйце, яйцо в нас. И если в мире есть человек, способный дать этому яйцу жизнь, мы с гордостью назовем его
вечным жидком! Это был манифест группы «Не надо». Пересменка. А сколько у нас часов осталось? Давайте спросим. До 11 еще час 20. Час 20. Час 10. У нас еще 3 часа программы. Мы там ее... пленки так, хватит. И нам русский аспект модификатор пора пришла да, сыграть. Да, кстати. А где наш саксофонист? Лад. Мы передохнем и вернемся еще сильнее. Дим, соль, это какой лад? А, уже не важно, мы сейчас какую-то еще хуйню сыграем, а потом рам. А, окей. Да. Привет. Заказывай музыку. Так. А в зале есть гитаристы? Дим, возьми мне пиво. В зале есть басисты. А, все уже. В зале есть гомосексуалисты. Да, на сцене все. И на сцене тоже! Готовочная
русским, хуй тереби. Родился русским, значит терпи. Красный, синий, белый. В далеком-далеком космосе. В каком смысле? В космосе. В прямом смысле? В космосе. В смысле? В косвенном смысле. А, в космосе? В космосе. В космосе мысли. В косвенном смысле. А почему у нас девушки не раздеваются? Мне кажется, это как несправедливо. Мне кажется, здесь уже достаточно жарко. Да, да. Но мальчики тоже могут раздеваться. Сень, твой инструмент. Нет. В 2004 году Жванецкий записал первый спектакль. Я на стройке пиздил арматуру. Дети в подвале играли в гестапо. Сверски замучен сантехник Потапов. Макс, пидор! Дети в подвале играли в не надо. Макс, пидор! Где-то затеряна мамы помада. Где-то, где-то затерян Владыкин Евгений. Это пауза, если вы поняли. Нам нужно просто Давайте. Отдохнуть и восстановиться. Давай, давай. Давайте признаем, что Макс пидор. Давайте признаем, что вам все равно. Давайте. Что случится с нашей страной. Но давайте Макс, все-таки пидорас. Признаем, что каждый из вас пидорас. Приходит домой. Пидорас. 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 Приходит домой и думает. Я пидорас. Да ну его, как бы, все само собой образуется. А Максу в жопу хуй всунется. А Максу в жопу дает. Хуй всунется. А вы потом встаете утром, думаете. Ну, хорошо, день впереди, ну, может, как-то все пойдет нормально. А Макс по... тем временем удовлетворяется анально. Гомосексуально! Макс, ты рад, что пришел на концерт? Вообще, кто-нибудь рад, что пришел на этот концерт? Бля, фух. Знаете, прям от души отлегло. Феликс, мы тебя ждали. У нас сейчас будет... Иди сюда, Лили, вот скир сейчас будет. Дим, бери Феликса и веди сюда. Вы там дули, что ли? Вы там эту дудку, что ли, хуярили? Че так долго вообще? Так, ребят, русский аспект. Сейчас, подожди, сейчас Феликс готовится, мы как раз там Лили на базе. А, к мы сожалению, встретили... с нами нету автора. Так, стоп, история от Ильяса. Я хуй знаю, не, подожди, я хуй знаю, где автор песни «Русский аспект» на дефигатор. Скорее всего... Тальков. Тальков. Евгений Тальков. Удальцов. Да? Там же, где и... Так вот, слушай, история, значит, от нашего креативного продюсера, директора по анальному маркетингу. По анальному сексу. Смотрите, внимание, ребят, внимание, сейчас тишину, пожалуйста. Нам нужно быть очень нежная басовая линия, щеточки. И сейчас наш специалист по тантрическому сексу, аюрведическому потенциалу расскажет вам, как раскрывать все ваши кармические закрылки. Этот человек прошел обучение в Индии, окунулся в ганг, и его зовут Махатма Бхавдишти.
Зовут его Ильяс Старостин. И кешая ля-ля йожа из йоги шая цершозе и кесма. Он специально был обучен в Болливуде. А теперь история. В транс, ребят, погружаемся в транс под эту историю. Это медитация, упражнение на медитацию. Освобождайтесь от своего «я». Я, мы сейчас вышли на улицу. Я, на улице стоял Феликс. Ты историю, ты будешь рассказывать свою ебаную? Ты, блядь, чё, ты глухой, что ли, ёб твою мать, там она, О, мне очень нравится начало. Короче, мы сейчас стояли на улице, к нам подошел мужик и сказал: «А вы кто такие? Вы, ребята, не панки?» И сказал: «Вы охуенные чуваки, мероприятие топ, но спойте, пожалуйста, топ песню, мир. Спойте, пожалуйста, песню». А этот за парень был его... В.Д.В. Вот, а этим парнем был Альберт Эйнштейн. Совершенно верно. Этим парнем был... Все, Феликс готов, мы все это время как бы... Песня называется «Ace of Base». «Ace of Base», она же песня «Ёб твою мать». Феликс же нужен, ну. Феликс, ну иди сюда. Человек попросил ради ВДВ. Hendrickson on the stage. Please welcome. Так, хорошо. А следующая песня будет посвящена разгромному поражению Кейджи, которое случилось несколько дней. Кто следил за этим боем? Кто? Сейчас на сцене мы его воспроизведем. Это будет... Да. Приехали новые гости, можете им песню посвятить? Че? Новым гостям можете песню посвятить? Павел и Нина, первый раз, но не надо. Павел и Нина, сраная скотина, хули ты приебалась сюда?
Лучше бы ты отправилась на льдине в ледовитый океан. А тебе мы посвящаем эту нежную романтическую песню под названием «Triangle Sun». И споет ее Христофор. In the night, давайте, блядь. In the night, to tiny light. Блядь, все-таки Лиля, да? Че, Нина? Into your eyes, we are so far. Heaven's blue, one moon for two. In spite of power of pleasure, if I will fall, you're holding me. Turning upside down to the cosmic sound. We're gonna live forever, turning up and down. We need it now to love, we never miss each other. Обосрался down, обосрался down. Так, секундочку, у нас техническая 30-секундная пауза. Действительно, и... ребят, надо настроить гитару, не шумите, пожалуйста. И а пока розыгрыш. У нас пауза, розыгрыш, да. Итак, следующий вопрос. Кто победил в 1946 году? В Египте произошло странное событие. На берег реки Нил вышел какой-то четырехлапый... Кто? Непонятный кто? Организм. У этого организма было свыше 400 зубов. У него было на счету 10 тысяч убийств. Достигает 5 метров в длину, имеет броню. А скорость его на сухопутном беге занимает, по-моему, 18 километров в час. Итак, угадайте, что это за существо, о ком мы говорим? Тишина! Пошел нахуй. Еще есть варианты? Тихо. Близко, это близко. Так, в общем, еще если что... Пока нихуя вообще даже близко не было, блин. Да. Ну кто-нибудь? Сень, ну ты знаешь? Сосак. У этого существа еще зубы меняются каждые 2 месяца. У него выпадает старый зуб и вырастает новый. Кто еще это? Еще они достаточно моногамные. Тоже нет. Тоже нет. Христофор, ты стараешься. Но это уже близко было, да, да. В принципе. Ну, кто им? Так, Тимур, да. Тимур Родригес. А? Расплескалась синева во мне. Ладно, короче, все проебали. Правильный ответ — это... Ефим Шифрин. Ефим Шифрин. На самом деле Шуфутинский. Правильный ответ был Шуфутинский. Да-да-да, точно. Ой, ебать, сейчас будет жестко. Сейчас. Давайте, поехали. Тихо-тихо-тихо-тихо. Аккуратно начинаем. Феликс, ты знаешь эту песню. Русский аспект. Лили на базаре, помнишь? Ну, блядь, ну... Да, её да, играем. Во, подожди, только не сейчас. Всё, вспомнили? Так, сейчас тишина. Теперь медленно блядь, вы можете не стучать хую свою, блядь? Расстрелять всех, блядь, очень хочется. Играем медленно, вступаем. Давай, тихонечко. Тихонько. 3, 4. Да. Yeah.
Перекличка, тихо, да. Фел, Фел, я с тобой, перекличка. Понял, да, там все нормально. Блять, вы можете заткнуться, ну нахуй. Че распизделся, блядь, здесь? Если что, у нас еще час. И все, 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 отлично. Погнали! Вот. Спасибо за терпение. За это вы получите маленький приз. Тетя Зина и решила приготовить щи. Сказала мужу: иди на рынок, а он ей сказал: продуктов поищи. О! И вот взяла она свою корзину и на рынок, блять, пошла. Взяла грибы и картошку, маску от коронавируса и все, что нужно, чтобы приготовить щи. Люблю мужчин. Люблю мужчин. Люблю мужчин. И не пол. Я люблю мужчин. Мотора. Охуенная! Реклама шла в 90-х годах! Охуенная! Тоже классная! И вот там вот рассказывалось, как пиздата очищается двигатель! От всякого говна! От всякого говна! И мы с братом смотрели! И охуевали! Вот это крутизна! И потом как-то раз идем мы с братом по улице, видим, два мужика чистят моторный отсек автобуса. Автобуса. И мы думаем, сейчас они будут его прочищать. Как-то прочищать будут. Они взяли факел, блядь! Нашли его бензином и подожгли! Это двигатель, блядь! Это и есть русский аспект! Модификатор! Модификатор! И это и есть русский аспект! Модификатор! А сейчас соло на саксофоне! We'll be right back.
на меня, детка, посмотри. Посмотри. Я играю, пока не вышел Cyberpunk. А он не выйдет никогда, мудак. Песня вообще была про Лилю. Песня. Ребят, у меня спину защемило. Ребят, у меня спину защемило. Мне нужно какое-то средство от спины. Очень болит и спина. И слово нашим спонсорам. Что же делать? Итак, слово нашим спонсорам. Благодарим Nice Gale. От компании Gideon. От компании Гитлер. Gideon Gitler. И дадим слово представителю. Спонсора. Итак. Спенсера. Агюста Конта. Нет, на самом деле его зовут Адамантий... В химикат. Палестина. Добрый вечер. Этот пидорас прислал мне ссылку на неверные контакты. Кладмен Пидор! Кладмен Пидор, я приехал на Ольховскую, блять, а там нет олдбара. Да. Лох! Что за хуйня? Ты не один такой лох, я тоже случайно. Мы все там сейчас находимся. Мы все, блять, ошиблись адресом. А спонсор нашей вечеринки Nice Gale. Nice Gale! Nice Gale! Гелем маш спину, маш гелем маш спину, Найс гелем маш спину, Найс гелем маш спину, Макс Прусаков, бэйби, Макс Прусаков, бэйби, Найс гелем маш спину, Макс гелем маш спину, Макс Прусаков, пидор, Макс Прусаков, пидор, Макс Прусаков, пидор, Найс гелем маш спину, yeah! Макс, мы отработали уже половину концерта вот этими интеграциями. Нам сейчас только что прилетело 300 рублей за рекламную инстаграм. Очень-очень хуёво, честно говоря. Но уже лучше. Уже хочешь лучше. Ксанакс? Я хочу спонсора массаж. Нашего спонсор шоу. Спонсор моего вечера Ксанакс. Я хочу тайский массаж. Кстати, спонсор нашего шоу сегодня не приехал. Он смотрит на нас сейчас. Его зовут Артём. 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 Сейчас будет... Нет, другой Артём. Артём, не пизди. Другой Артём. Артём Охременко. Это человек выдающихся талантов. Артём Питер. Мы хотим посвятить тебе песню, от которой тебе сразу станет хорошо. Ты не приехал, как будто бы, потому что тебе плохо. Если бы ты приехал, тебе стало бы гораздо лучше. Песня называется Seven Inch Army. То есть армия людей с 7-дюймовыми членами. Охренеть!
Клименко. Лысый, как коленка. У него скоро будет личинка. Поэтому поешка. У него будет еще одна причинка. Не ходить на концерты не надо. Пашина. Я вступил, все заткнулись, что за хуйня, блядь. Триангл сан, Триангл сан, двое мужчин и пацан. Уэ! Блядь, следующий аккорд, сейчас. Давай, давай, похуй. Нет, там другой аккорд. Where have you been? It's alright, we know where you've been. Пошла заунывная хуйня. You've been in the pipeline. А ты предложи что-нибудь веселое. У меня есть, ребята. Поменять ритм сексу, я считаю, просто. Ритм сексу надо поменять. Так, давай, стой, Дим, вот. Пам, пам. Фа, дай, нет, фа просто дай, фа. Пизду. Уе-е-е-е-е-е. Уе-е-е-е-е-е. I think I did it again. I played with your heart. We opened the game. Опять прислал ссылку мне ебучий мудак. Офисный планктон. If I lose all my senses and I lose all my patience, oh baby, baby, sue me, baby, again.
исполнено на 100 баллов. Как будто отрепетировали. Сейчас время приема так, заявок из зала. А теперь начинается активная часть нашей программы, веселая. Слушай, ты в курсе, у тебя хуй видно. Нет, там по-другому, ты знаешь. Ты знаешь, что у тебя хуй видно. Знаю, да, блядь, я ее написал. О, охуенно, исполняю песню, у тебя хуй видно. Это анекдот. В нашем парке стоит старинный дом. Забиты окна известно в нем. Сказать я пытался, чудовищ нет на земле. Па-па-па-па. Но тут же раздался ужасный голос во мгле. Голос во мгле. Пашка-пидор, Пашка-пидорас. Пашка-пидор. Пашка-полный пидорас. Мне больно видеть белый свет. Мне Пашка делает пидорас. И очень много-много раз. Мне Пашка-пидорас. Жалею об одном, что Пашку выебала раз. И выебал его Артём! Другой Артём, Охременко! Так, а теперь Essential, песня Essential. Нам нужно немножко расслабиться. Essential. Сейчас на сцену приглашается очень известный в узких кругах. Бля, у нас есть кто-нибудь вообще, кто... А, месье. Месье Круассан. Ребят, на самом деле у нас... А, он сзади, да. Смотрите, ребят, минутка внимания. Мы хотим объявить интересную вещь. Дело в том, что месье Круассан решил забросить свою музыкальную карьеру и заняться армейским делом. И впереди его ждет повышение до генерала-сюрприза. Месье Круассан будет генерал-сюрприз. По этому случаю мы хотим исполнить песню, которая называется «Пушечное мясо». Женя играл, никто не помнит. А, там типа та-да-да. Такая. По силями. Да. Не фа, наверное, фа. Ладно, не будем исполнять эту песню, потому что, честно говоря, месье Круассан не занимает в нашей жизни вообще никакого места. Вообще, этот человек, он покинет нас в скором времени. Мы для этого приложим все усилия. Бля, мы эту песню уже играли. Похоронный марш был уже. Давай следующее. Давай, свадьба пела. А, кстати. И блясала. Так. Все, сыграли. У нас есть еще в сет-листе как минимум 3 песни, которые мы еще не исполнили. Димас, а почему ты ушел, как будешь играть на гитаре? Ты, блядь, будешь за все года отчитываться. А! Я так понимаю, что никто не готовил эту песню, но мы ее исполним все равно. Она называется... Это новая песня группы ACDC. Вунш-пунш. Она вышла только что. И она называется «Ашот мудак». Там ля, соль, ми, собственно. Ля, соль, ми. Основные аккорды вообще. Хуярьте просто, что хотите. Сделай, чтобы она играла. Смотри, ля-ля-ля-ля-ля-ля, соль ми. Я... Ну, короче, ля просто, хуярь ля по роковому, по рок-н-рольному. Это вот так типа?
свадьба пела и плясала до утра. А Пашка, 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 пидор, Пашка, Пашка, пидора. Небо, небо, небо голубое, как Пашка пидора. Так, стоп, 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 стоп. Стоп, тише, тишина, пожалуйста. Тишина. Юр, ты эту песню знаешь, дохуя. Как диншит. У нас временные трудности. Импровизация зашла слишком далеко. Песня группы Нирвана, она была с 93-го. Такая ебаная. Вам не кажется, что чего-то не хватает? Давайте угадаем, чего нам не хватает. Или кого? Нет, то, что нам не хватает наркотиков, это понятно. С этим даже никто не спорит. Но если, мне кажется, нам не если хватает речь людей. Про наркотики, то про какие наркотики? Любые наркотики, и нам любых не хватает. Если вы заметили, мы немножко выдохлись. А все дело в том, что нам Сенька, до сих пор никто не выслал донаты. Когда будут донаты, мы воспрянем духом. Ребят, ну хоть короче, 3 рубля пришлите. Давайте. У нас есть Влад. Но Влад, ну, нам нужен... А, охуенно вспомнил. Давай, давай. Не, мы иссякли, нам нужно вдохновение, нам нужно новая кровь. Нам нужна какая-нибудь муза, которая вдохнет нас в жизнь. Христофор, хули ты там сидишь? Иди сюда. Сыграй хоть на чем-нибудь, блядь, приебался, оправдался. Я, блядь, приехал не туда. И все, блядь, можно сидеть и хуй дрочить. Иди на сцену, блядь, давай. Блядь, ну это, конечно, безответственный подход. Мы же тебя приглашали не просто так. Мы знали, что наступит этот момент, когда мы больше ничего не сможем сделать, да? Нина, это Нина, да? Нарисована картина. Это Нина? Нина, нарисована картина. А кто ты? Костя? Настя, у тебя зубы в пасти. И в животе сласти. Ты принадлежишь к высшей касте. Дим, помогай, у нас полная хуйня происходит, выручай. Мы не справляемся. Нам нужна срочная помощь. Так, ребят, давайте мы остановимся это говно играть. Диман, вот... садись за барабас. Тихо. Давайте так. Тихо, все, пожалуйста, прекратите играть нахуй. Значит, начинаем играть. Начинаем играть по очереди. И, блядь, не сбивайся в говно. Сейчас играет ритм плавно, аккуратно. Начинает играть барабан. Снимите давай. Поближе ритм, пожалуйста. Давай. Нет, играй вот нормально, спокойно, без говна просто. Вот. Хорошо. Теперь вступает бас потихонечку. У нас увеличивается смета. У меня парковка закончилась полчаса назад, оказывается. Так что мы на 5000 рублей больше потратили на этот концерт. Так, хорошо. Это хорошие новости. Вот. Ребят, чего вы расслабились? Давайте. Вот.
слушаем друг друга, играем, прислушиваясь друг к другу. Во. Так, Алекс, теперь ты можешь добавить акценты такие, немножечко. Sound producing. Дело в том, что в этом месте выступал... А что происходит вообще, блядь? Я пытаюсь остановить поток говна. А, ну вот не получится. Так, короче, следующая песня... Влад, сука, все. Называется Влад, да. А, тебе и хоть кто-нибудь заберите, пожалуйста, гитару. Любую, но... Понимаете, как только меняется состав основной сосцов... Все идет не по плану. То сразу же, как бы, тити покажите. Да. А мы же исполнили. Короче, теперь мы опытным путем выяснили, что 1:40 достаточно. Давай, последнюю песню. Достаточно, чтобы тебе парковка, блядь, кончилась. Мы заплатили за 2 часа. И будем тут и сидеть 3 часа. Песня называется Starlight. А здесь нет музыкантов. Тут ни одного музыканта Starlight нету, ребят, вы ебанулись. Со мной до конца. Это Starlight, 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 Starlight. Это Starlight, ёбаный жид. Стоп, стоп, мы просто не опустим ситуацию. Что ты сказал в конце? Я сказал, в кустах лежит. Так, я попрошу протокол, пиздец. Пожалуйста, протокол, что там было, что прозвучало. Макс, ты записываешь? Не, давайте кто-нибудь, вот кто-нибудь, кто услышал, что прозвучало только что. Да, да, да. Последнее. Не думай запудрить нам мозги. Ёбаный, как его, антисемит. Да, блядь, ну ты мою шутку спалил, пидор. Слушай, Макс, я не знал, что ты такой антисемит. Такие гадости говорить, как тебе не стыдно? Что-то как-то очень хуёво. Я не знаю, как выйти из этой ситуации. Я думаю, надо позвать... Давайте из... Психоаналитика есть в зале? Я готов выполнить эту функцию. Иди сюда. Мы тебя здесь... Не, шарп-дрессмен можно сыграть. Давай. Прам-парам-парам. Сейчас и обосрусь. Good God, black tie. I don't need the reason why. Они подходят и хватают за шлем. Cause every girl's crazy but a sharp dressed man. Бьется микрофон, хуя, говна. Every girl's crazy about a sharp dressed man.
хуйню сую себе в рот. Сейчас Ильяс исполнит песню, как в последний раз. И все подходят и хватают за шлем. Cause every girl's crazy about a sharp dress man. Встанет с колен. Cause every girl's crazy about a sharp dress man. Знаю, что Россия встанет с колен. Cause every girl's crazy about a sharp dress man. Спасибо! За процессор! Спасибо за процессор! Без пятна... Ребят, без 15:11, это значит, что пришло время для последней песни, прощальной. 15 минут — это как раз... Лирическая? Procol Harum, а Саня, ребят, Саня. I can leave Саня, your там... Не-не-не, Саня. Сал я. Не, по-моему, хуйня получится, лучше уже не будет. Иди нахуй, вот потерпи. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled and feel the fucking in the rain. The darkness is gone, the bright days are here. Now I'm feeling so sincere. Sunny, that's so true, I love you. Сеня, как это? Сеня. Север. Сенин, сраный ты ублюдок и дебил. Сенин. Я же говорил, надо заканчивать на хорошем. Я тебя в очко. Говно какое-то. Твой хуй вонзил. Надо на хорошем заканчивать, давай, и погнали. А, наша финальная песня. Саня, это очень хорошая песня. Все, последняя, да. Самая последняя. Сейчас, внимание. Ребят, я найду. Сейчас там звучок будет. Сейчас. Так, у нас здесь есть... У нас есть специальный звук для этой песни. Не-не, подожди, сантехническое... Да, блядь, саунд-техническое пожелание. Можно очень много эхо. Очень много ДЛЭ нужно. Очень много ДЛЭ. Прям до хуя ДЛЭ. Пожалуйста, последнее, все. Это просьба. Мы, правда, не знаем, есть ли здесь специальный. Дилей. Нужен очень дилей, много ДЛЭ. Ребят, у меня есть альтернатива. Очень много ДЛЭ. Если дилея не будет, то мы будем сами имитировать. Дилей! Дилей, дилей, дилей. Дилей, дилей, дилей. And if you want me, I know that I'm waiting here for you. I'm just a crosshair. О, появился, давай, да, спасибо. Отлично. Благодарим. Шоу. Шоу. Протестируем. Шоу. Да, все работает. Можно еще добавить, но так тоже хорошо. Встанем все вместе. Сев, давай. Не подведи. Давай. У нас барабаны расстроились, надо настроить. Давай, ищи звук. Хуй, ребят. И девчат. Все, проебалось. Короче, играй, что хочешь. Слушаем. Играй, что хочешь вообще. У меня не получилось настроить. В смысле? Ну, так бывает. Пидорас. Давай, делай, работай. Ну окей, ладно, потерпи тогда. Пока конферанс. Давайте так, поднимите руку, кто в этом году еще ни разу не собирал залы. Чувак на баре, у тебя все впереди. Нормально. А вы
приходите за закладками? Скажите, кто из вас ищет карту сокровищ? Потому что мы категорически против. Против. Наркотиков. Нет. Но за... Группу котики. Закладки. Нет. Мы не против котиков. Мы против наркотиков. Котиков, котиков, котиков. Это тоже песня. Это он ищет звук. Сейчас, сейчас. Мы просим прощения за такую паузу в программе. В такой плотной. А поднимите руку в зале, кто хотя бы раз в этом году гладил котика. Работало все. О, это наш звук. Котики спасают. Итак, всех. Сейчас очень тихо и спокойно. Внимание. Внимание. Блять, это говно прям отборное. Спасибо. Решили культурно просветиться и поздравляем с днем рождения нашего барабанщика. Кирилл, с днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Попдайте шуму! Спасибо, спасибо Кириллу! Итак, с нами был сегодня второй барабанщик. Его у него тоже день рождения. Гарик! 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 Уходи! Гарик, уходи! Гарик, уходи! 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 Гарик, уходи! Так, у нас... Знаете, вот я просто... Также еще лишнее. Пауза в представлении. On the bass guitar. Так, вообще... On the bass! Играй. Получилось не так эпично, как мы рассчитывали. Да, в общем, мы думали прям охуенно. Понимаете, это единственный, на самом деле, вот концерт Минато, это единственный способ собрать вот всех вас, тубоебов таких, которые сидят по домам, дрочат на своей удаленке, трансляции смотрят. Да, это про вас, тубоебы, которые трансляции смотрят. Похуй! Те, кто будет смотреть это видео, это про вас, это про вас. Итак, сегодня на гитаре был Митя Фомин! Метеор! Метеор Фомин! On the keyboards today we ask was Herbie! Заткнись! У него же день рождения! Нет, у него день рождения. У кого? Ты перепутал. Барабанщик. Бля, чувак, ты все испортил. Стой. Okay. Тихо, бля. Окей. Okay. Хуйня, надо представляться под музыку. Мы что, не профессионалы? Да. Давайте, типа, в прямую бочку какой-нибудь соль. И значит, на барабанах у нас именинник Кирилл Бананов. Банана! Percussion! Man, yeah!
But not the last but one. But not the last one. Monsieur Croissant! Похуй, дальше, короче. On the guitar! And virtuoso Steve Wye! Он же Юрий Машинкин! Он же Дон Морелло! Он же Юрий Машинов! Он же Юрий Машнинов! А также... Now! Creative producer and creator of this whole party. Меня зовут Дмитрий Горсон. Меня зовут, и я иду. А также фронтмен. Всюду и портят любую музыку. Бабаренко! Алексей Застов, Артем Маневич, а также приглашенные гости. Телефон 8-905-511-3. Звоните прямо сейчас, и он ваш на всю ночь. Ну и, конечно, человек, который больше всего времени пробыл на сцене. Христофор Шахсуш Маша Сасу-Засу. Baby, put on your shoes. Сейчас я real slow. Baby, put on your coat. Ладно, все, заткнись. Короче, можно дилей убрать, пожалуйста? Не-не, не надо. Все, спасибо, концерт закончен. Всем до свидания. Ура! Не надо! Не надо! А, розыгрыш, пас... Общий стоп! Розыгрыш этого, вот этой хуйни. Ну, забирай. Только потом подпишись на наш канал. Подписался на канал, всю неделю хер стоял. Блядь, тяжело, конечно, блядь, 2 часа. Такого еще не было. Посмотрите, как у Макс просто умирает. Какой я? А, ты сюда? Да? Поймал, да, момент? Блядь, мне голос просто нахуй. Все плохие. Я хуй. Че, как тебя? Ну, прикольно, очень хорошая стабилизация. Самый хуёвый, да? Нет, как турить вообще. С точки зрения, все было нормально. У меня такое изображение классное. Ну, вот хотелось бы, да, посмотреть. Сука, бакила, ты не показывал? Офигенные. Я не знаю, не трогал. У тебя там, наверное, грибы уже выросли. Да, ты готов. Типа, я уже съел наши. Они есть в телеге, то есть фэ. Попробуй, действительно, не будет. Я знаю, что это. Потому что мы не видели.
подсняла. Скоро день сурка, знаешь, знать. Зарапит у нее, есть камера. Не, покажи фотор с Горкина. Ой, Горкина, как школа. А, он реально скоро? Шара хуяна. Даже на 200 с артефактом. Там есть артефакт, который так как пропадает всякие информации, видно, что на уроке нет. Это очень такая интересная максимальная услышка. Как будто бы Макс! Шумят, групповой фото будет. Сеня, Я не умею. Какашки для слива, а? Что не умеешь? Застопили? Слушай, я хуй знает, но у меня походу... Трансляцию застопили, блядь? Ну, походу, Сеня не снимала. У меня походу здесь бэкап. Проверь. Что? Значит, на одной арик, на второй сколько? Всего, что я снимал. Поэтому... То есть один задул. Со своей карты я тебя скину. Содержание понятно. Как снимался? Да, тихо, я же снимаю. Сейчас. Есть у кого-нибудь сишка? Да, есть. Есть сишка? Сей, нужен фокус пулер срочно. Что, проебались по фокусу? Нет, там чувак. Давай, 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 очень красиво. Ким Крабов. Кажется, батарею хватило прям. Он скажет, я записал за 1000, а за 1500, что я вам отдам. Ну и как вход бесплатный, а выход платный. Да. Батарею на последнем испытании. Охуенно. Так, ну а хули? Такие кадры. Да, погоди, я еще раз дальше. Понюхать хочешь? Нет. Так еще не закончили. Максимум один человек был в среднем. Хватит. Ильяс! Трансляция хуёвая была.